В связи с ограниченностью времени члены общественной комиссии еженедельно проводят заседания для рассмотрения анализа документов участников, подавших заявление для участия в программе формирования современной городской среды. В задачу комиссии входит сбор необходимых документов от заявителей, сложенным фотоматериалом и расписанным проектом по благоустройству указанного объекта. В ходе дискуссии Бадыр Ахмедов обратился к пресс-секретарю администрации с предложением активно заняться распространением во всех средствах массовой информации соответствующего материала по данному поводу в целях информирования населения. Здесь опубликовано постановление, 29-е постановление, там есть 55-е постановление и 53-е постановление. А видеоматериал есть какие-то? Есть видеоматериал, значит, вот здесь собрание. Есть еще вот график проведения собрания. Так, на очередном заседании членами общественной комиссии были приняты к рассмотрению документы от 6 домовладений и 4 парков. По словам начальника управления коммунального хозяйства Арслана Али Мустафаева, этап по отбору объектов в числе первоочередных является ответственным шагом, поскольку членам комиссии необходимо учесть все требования программы и определить объекты. На сегодняшнее обсуждение у нас поступило 6 домов. Протокола, заявки, все поступило. Это Батырмурзаева 1, Некрасова 69, Лесная 76, Маяковская 62, Маяковская 60 и Гронинская 88. Имеются протокола, имеются фотоматериалы. И поступило 4 заявки. Это Фонтан, Даибова 6. Фотоматериал есть там? Есть, фотоматериал есть, протокол есть. Все по требованию, да, Даша? Да, по требованиям. Заявка есть. От жильцов поступила эта площадь Батырмурзаева, бульвар Магидова, поступила заявка сквер. Привокзальная площадь. Цель программы заключается в обеспечении комплексного развития современной городской инфраструктуры и благоустройстве наиболее посещаемых территорий общего пользования жителями города. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».